Ay, 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 fuck back, Чего ты на меня ругаешься? А чего ругаешься? Да так. Итак, у нас в этой серии Kawasaki Ninja мы ему меняем масло и тормозные колодки. Вот такое моторное масло, масляный фильтр и задние тормозные колодки ТРВ. Погнали! Тормоза поменяли, масло залили, фильтр поменяли. Поехали Народ, наконец-то мне позвонили с транспортной компании. Моя механическая коробка на Nissan Skyline прибыла. Вот я еду ее забирать. Человек, который мне ее отправлял, сказал, что она в хорошем состоянии. Переставь, как и начинает дубать. Жалко, так с двигателем не получится. Потому что вес коробки 43 килограмма, а вес двигателя 257. Как я его буду вообще вытаскивать, я честно без понятия. В итоге, что у нас по маркировке? RP71C хэштег. И вот тут вот, честно, я понять не могу. Но судя по вот этой вот загогулинке, здесь циферка 2 стоит. Вот, поэтому у меня коробка вроде как вторая. Что это конкретно обозначает, я честно не помню, мне пацаны рассказывали. Вот, стояла она, короче, я так понимаю, на Nissan Silvia 14. Коробка пришла с выжимным. Вот, с выжимным подшипничком, то есть как бы это с подвеской. Вот, но нужно будет вот эту резинку менять, потому что ее состояние, вы сами видите какое, ей просто, ну, пи***ц. Так, вроде все включается. Вот, теперь, в принципе, ждем двигателя. А помимо двигателя, сюда еще нужно будет докупить кардан, диск, сцепление, корзину, тросик, педаль, сцепление. Вот, это, в принципе, все есть. Цены приемлемы, но это все со временем, не все сразу, потому что, ну, свап стоит очень дорого. Так что, в принципе, коробка здесь остается лежать до лучших времен. Вот, а мы пока ждем двигатель. Честно, я, наверное, скоро в пыке просто поселюсь. Че, одевай на голову, да едь. Ой, блядь. Лох от судьба. Резину зовут тоже Аня. Вы что, блядь, сговорились, что ли? Аня для Ани, короче. Ну, говно резина, как я и говорил. Че, одевай, да поехали. Одеть мне самостоятельно. Я резину... Я резину-то умею одевать. А вот ты... А мне это не требуется. Опа.
Вот, знаете, вот то чувство, когда приезжаешь на машине с другого конца города, чтобы забрать резину, она такая, а я сама повезу. И вот вопрос, нахрена я ехал? Как ощущения? Займись. Ну ничего, задняя придет, точно так же поведет, короче. Понятно. Сейчас, короче, скину на нее резинку и что-нибудь будем делать дальше. Надо придумать. Идем за движком. Походу вообще пи***ц. Да ну! Кадр-бабах! Подъехала аварийная служба!